Подготовка к зиме, обращение жителей и спортивные победы. Рабочая неделя в администрации округа началась с оперативного совещания начальников управлений. Подробности далее. За неделю на территории округа произошло 179 ДТП. Не обошлось без жертв. Есть погибший. Также сотрудники полиции обнаружили труп мужчины в одной из квартир по улице Инициативная. В ходе проверки установлено, что два гражданина Армении в результате ссоры, значит, один другому причинил телесные повреждения, в ходе которых другой скончался. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье 105, проводится следствие. Работа кипит у служб ЖКХ. Продолжается капремонт в многоквартирных домах. В настоящее время полностью выполнены работы в 47 МКД. Отопительный период проходит без технологических нарушений в штатном режиме. В городском округе продолжается проверка готовности ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний к проведению аварийно-восстановительных работ в зимний период. Работа не стоит на месте и на муниципальных дорогах. Проводится уборка посадочных площадок, тротуаров и проезжих частей, очистка дорожных знаков и удаление незаконной рекламы. За отчетный период было вывезено и утилизировано мусор 56 кубических метров, убрано смету в объеме 41 кубический метр. Утилизированы нестационарные свалки в объеме 8 кубических метров. На совещании обсудили вопросы комплексного обустройства дворовых территорий, работы регионального оператора «Эколайн Воскресенск», а также выслушали доклад о развитии спорта в муниципалитете. Мария Кузьмичева, Алексей Андреев и Александр Моисеев, телеканал ЛРТ. Привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.